Меньше бумажной волокиты. С управления по опеке и попечительству администрации Сургута сняли функцию по принятию документов для получения предварительного решения на сделки с имуществом несовершеннолетних и недееспособных. Теперь эти полномочия возложены на МФЦ. График работы многофункционального центра удобнее для населения. К тому же теперь получится разгрузить специалистов ведомства. Мы не действуем автономно, и все количество сотрудников, которое рассчитывается, оно рассчитывается по определенным нормативам. И нормативы к тому времени, когда они были рассчитаны, они, конечно, уже подросли. И, соответственно, говорить об оптимизации кадров не приходится по одной простой причине, потому что есть другая работа, на которую не всегда хватало рук и времени.